Здравствуйте, большой вам привет из Санкт-Петербурга. И вот я вам показываю мои яблочки летние. Они очень мягкие, сладкие, вкусные. Вот выросли 3 сентября 2016 года, и они поспели, эти яблочки. Ну вот еще раз сливу свою покажу. Вот сливка у меня такая выросла, замечательная, вкусная. А это, конечно, яблочки хочу вам показать. Вот такие наливные яблочки у меня выросли. Так что вот такой тоже урожайчик для Людочки Ялты. Пусть она смотрит, как в Петербурге яблочки растут. Расскажет там в Америке. Все яблочки очень натуральные, никакой необработанной химии. Вот такой вот, такой аромат яблочный будем. Очень пахнет вкусно. Так что вот я хочу показать для Юлечки Ялты еще сливочку свою. Вот такая сливочка. Ну и, конечно, больше всего яблочков я хочу Людочке показать. Так что, Людочка, мы смотрим твой канал. Много видели, как ты купалась. Ездишь везде. Показываешь нам бизнесменов. Как люди богатые живут. Так что, спасибочки, люди Ялты, Флориды. Вот, а я и хочу яблочки свои показать, и Людочки. Если захочет Людочка, то посмотрит. Всего хорошего, до свидания. Жду вас на моем канале. Пока-пока.